Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Disney Arena. Значит, в клубах я уже все сделал, клубное подземелье я прошел. Сейчас хочу пойти на турнир волшебников и попробовать, наверное, испытание заклинателей пройти. Поехали, посмотрим, что у нас здесь. Я думаю, что, наверное, можно подраться вот с этим вот, да, Disney. Ну, правда, у него здесь Скрудж Макдак, я смотрю, 17 уровень, 3 звезды. Все равно я все-таки рискну. Ребят, не знаю, буду своими ручками, наверное, здесь драться, потому что у меня до этого стоял автобой. Слушай, ну хорош, хорош противник, ничего не могу сказать. Не знаю, вот насчет Скрудж Макдака, сможем ли мы его одолеть. Я даже не знаю, что он делает, если честно. Но вначале вот так вот, естественно, с ковра начнем. Желательно мне пробить Салли. О, какой он сильный, если так. Да ладно, почему так хиленько? Так, ах ты, у него тоже, да, значит? Ну что, давай, наверное, с тобой возьмем провокацию. Да, отвали ты от меня. Так, жучара, ты завязывай давай. Так, мы захиляем с тобой, наверное. Да пока никого не будем хилять, просто ударим. Так, оглушение. Вау, круто. Так, массовая атака. Ё-моё, это что у него такое, ребят? Офигеть! Офигеть, он заклинание делает. Тихо, 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 успокойся, дружок. Давай мы тоже тогда, наверное, а что мы сейчас? Мы сейчас ничего с тобой не сделаем. Применяем. Блин, надо Салли разбомбить как можно быстрее. Ну-ка. Оглушен. Это хорошо, кстати. Теперь хильнемся. Я думаю, что нам нужно захилять база. Блин, слабенький хил, конечно. Все, Салли готов. Друзья мои, теперь я думаю, что мы бомбить будем с вами, наверное, база. Так, 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 тихо, 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 Салли, держи, держи строй. Так, Аладдинчик подхилился, молодец. Блин, ну, так, ё-моё, я думал, что... Вот, все, база больше нету. Ха-ха. Ну что, Скрудж Макдак, вот мы и до тебя добрались. А на самом деле он какой-то ватный, несмотря на то, что у него было 3 звезды. Опа, ускользнул. А если мы вот так вот сделаем? Да ты достал со своей вот этой вот магией. Минус 2 сразу же, причем, прикинь, сделал. Так, давай этого таракана теперь будем, наверное, бомбить. Слушай, а таракан-то тоже, я смотрю, крепкий. Вау, это ты правильно делаешь. А ну-ка, Аладдин, 110, да? Бас. Надо базом было нам, скорее всего, друзья мои, просто оглушить. Ну ладно. Берем провокацию. Не-не-не, парень. Слушай, я, честно говоря, не думал, что вот этот вот таракан идет как танк. Ну все, я думаю, что здесь всем прекрасно понятно, что победа будет за мной. Да? Просто мне повезло, что я сразу уничтожил ему Салли. Я думаю, что если бы он вставил его в провокацию, мы бы так легко бы здесь не разбомбили бы. Но, тем не менее, победа за нами. Отлично. Так, что мы за это с тобой получаем? Вот за прохождение этой ерунды. А, мы просто повышаемся в рейтинге, да? В рейтинге у меня 5077 рейтинг. Ё-моё, я представляю, кто там на первом месте стоит. Смотри, у нас тут 19 уровня, да? 23 и 25. Думаю, что здесь мы с тобой больше пока ничего не сможем вытянуть. Ежедневные задания давай мы с тобой заберем, наверное. Так, тут мы приняли, а что у нас здесь? Купить уровень, я пока не хочу и не буду. Здесь получаем, ага, ага. Повысили класс, продолжить. И еще 250 опыта. Так, приступить, нам не хватает что? Завершить бои великой компании. Ну, великую компанию мы сейчас с тобой будем потихонечку бомбить. Испытание заклинателей, что это у нас такое? Ты помнишь, нет? И я не помню. Окончание через 7 часов, завершено. А, все, я вспомнил, друзья мои. Здесь мы сможем с вами зарабатывать определенные вещи, да? Так, если здесь враг будет слабенький, я, конечно же, поставлю автобой, чтобы быстро их разобрать. Ну, чтобы, как говорится, сэкономить нам время. И пойдем уже с вами на основную сюжетку. Кстати, я совсем забыл, у меня же есть для вас как бы небольшой сюрприз. Я должен открыть некоторых персонажей. Что-то я сразу этого не сделал, заигрался, так сказать. Ну, ребят, как вы видите, на автобое тут одна волна, и, в принципе, мы тут их всех разберем, эти карты никчемные, никудышные. А мы с вами как раз открывать будем сейчас таракана.
с которым дрались вот в предыдущей битве. И вот эту магию, да, этот чувак на мотоцикле, он у нас тоже появится. Я думаю, что, наверное, мы его возьмем. Ну что, у нас пробирки на опыт, ежедневные задания, еще одно выполнили, да, получаем с вами ревард. Так, повысить уровень персонажа, но это все мы сделаем с тобой. А сейчас так, где у нас наши герои, чтобы нам можно было, по-моему, в коллекцию, да, нужно заходить. Да, вот он. Вот он, этот таракан. Хе-хе, открываем. Конечно же, открываем. И вкладываем в него. Так, отличненько. И теперь нам нужно еще с вами открыть одну... Погоди-ка, я могу же уровень же ему поднять. Да, это мы с вами спешим. Вперед, батьки. Ну что же, 19 левел, я считаю, что... Ох, ё-моё, он сейчас получит у нас что-то с вами, кстати. Я хочу сказать тебе. Экипируем полностью. Так, давай сделаем, наверное, запросик сюда, да? Надеюсь. Погоди-ка. А, видишь, у нас были материалы, но не показывали, что якобы можно везде их встать. Ну, давай вот здесь вот попробуем с тобой, наверное, купить. Позволяют у нас деньги? Вполне, вполне, ребята, позволяют нам деньги это все приобрести. 25 гемов. Я могу уже автопобеду сделать, да? Интересно, получил я? По-моему, получил. Давай-ка экипировать все. Блин, чего-то не хватает. Что нужно? У вас ноль. У вас ноль. Давай еще, наверное, автопобеду сделаем. Ну, давай, наверное, боев 5. Вы достигли нового абонентского уровня. Окей. Это, конечно, хорошо, но сейчас мне не это нужно. Так, сила 88 стала и повышение класса. Повышение класса, ребята. У него стопудово что-то должно появиться новое, да? Какое-нибудь заклинание. Вот, смотри, пассивка. Читаем, что это значит. При получении негативного эффекта дает 30% шанса нанести копию эффекта нападавшему. То есть, грубо говоря, сделать аналогичный урон, удар или еще что-нибудь. В принципе, неплохо. Так, теперь идем в заклинание. И вот, ребята, у нас... Помните, я его искал, этого чудика? Дюк Бубумс. Вот он, оказывается, где. Наносит до 50 единиц урона плюс 20 единиц за каждый уровень игрока вражеской цели и находящимся поблизости соперникам. Делает отмеченного соперника уязвимым. 25% шанс сделать уязвимым соперников поблизости. Слушай, ну я считаю, что это круто. Я считаю, это круто, ребята. Первого уровня. И знаешь, вместо кого мы с тобой его возьмем? Скорее всего, вместо вот этого... Да, вместо вот этого магического метеора. Так, наносит всем до 50 единиц и плюс 12 единиц за каждый уровень игрока. Хм. А здесь... Нет, конечно, круче. Конечно, круче вот этот вот Дюк Бубумс. Поэтому мы его с тобой, наверное, и будем брать. Так, погоди-ка, там что-то еще же было, да, вроде бы? Я просто... Так, давай вот здесь с тобой получим награды. Кстати, скоро 20 уровень у нас будет. Вот он. Ха-ха. Шикарненько. Продолжаем, продолжаем собирать награды. Найс. Так, навсегда. Что навсегда? Получаем все это навсегда. Гемчики у нас потихонечку с вами копятся. Нам нужно их очень много. Зайду в коллекцию и вот здесь вот... Что-то... Ага, уровень, ребята, уровень мы с вами получили, поэтому повышаем. Продолжить. Повысить. Слушай, 20 левел, это уже хорошо, на самом деле. А сейчас у нас с вами, наверное, будут дела идти получше. Особенно на основной кампании. Так, давай дальше повышать. Нам нужно очень много предметов находить. Да, для того, чтобы открывать новые заклинания и прокачивать их еще по уровню. То есть, ты не думаешь, что если у нас, например, заклинание первого уровня, оно не может прокачиваться. Оно может, и надо это делать. И желательно быстрее. Ну что, вроде бы тут... А, подожди-ка, Салли, как же я про... А у Салли... А, тут можно просто ему что-то экипировать. Ну ладно. Так. Все, да, надеюсь? Все, теперь можно со спокойной душой идти на... А что нам надо в испытании? Так, здесь опять что-то мы с тобой сделали. А, у нас же уровень поднялся, да? Получить 250 опыта. Найс. Временные события. Давай посмотрим. У нас так, ограбление сейфа Скруджа. А меня сюда впустят на ограбление-то на это?
Или, ну, как всегда, да? Как всегда, не хватает чего-то. Понятно. Не дадут нормально мне поиграть. Пещера чудес. Будет. Не хватает чего? Требуется Аладдин. Третьего ранга, да? Третьего ранга. Или что это вот? Звездочка одна. Немножко не могу понять. Полная команда, а? Полная команда. 2 из 5. В общем, опять же, я тут в обломе получаюсь. Вот сюда я могу войти, да? Вот сюда я, по-моему, могу войти. Тут у нас завершено-завершено. А вот здесь вот... Слушай, 5 карточек Аладдина, в принципе, это неплохо на самом деле. Так что давайте попробуем здесь выиграть. И желательно побыстрее. О, блин, я забыл, знаешь, что сделать? Ой-ой-ой, опять я дурачина простофиля. Я же забыл бубукса взять с собой. Ой, ладно. Надеюсь... Так, подожди. Автобой мы вырубим. Тут надо самому рулить, потому что сейчас они тут начудят мне. Во-первых, надо ковер-самолет. Не забывай, что тут еще 3 волны. Так, провокацию. Ух ты, это что такое, ребята? Вау. Найс. Демора шпарит, будь здоров. Так, минус кобра. Хилит. Не надо хилить эту кобру, она все равно не жилец. Ну, а теперь... Теперь нам нужно добить вон того вон каменного горилоида. Вот об этом я тебе и говорил как раз, да? Что мы с тобой забыли взять нашу магию, наше заклинание. Так, уничтожаем? Нет, не уничтожаем. Так, кобра падает. А что у меня с магией? Почему нету, а? Блин, сейчас они мне завалят, по-моему, капитана Крюка. Надо провокацию брать. Надо брать нам провокацию. Желательно быстрее. Так, все равно еще живехонькие. А у нас ее нету. Почему-то мы ее потратили. Только когда, я что-то не помню. Капитан, давай в полной форме. Ну, давай, ладишка. Крутенько. И последняя, 3-я волна. Ох, сам Джафар. Ё-моёшечки. Сам, друзья мои, Джафар тут явился. Не забыл. Может быть, надо было кобр валить-то вначале? Помощь. Аладдин помощь мне сделал. Так, слушай-ка. Ого! Да ладно, серьезно, что ли? Ты че, ё-парасоте, эй! Ничего себе они, друзья мои, они очень сильно травят. А ну-ка. Провокацию, провокацию, ребята. Ой, сейчас как сали мне, наверное, заотравляют. Хотя, подожди, по-моему, нормуль все. По-моему, Джафара. Да блин, из Джафара хотел бомбануть, давай. Я, по-моему, он что, уже сам по себе, что ли, бомбит? Ну, добьешь, Сали? Красавчик, красавчик, молодец. Найсово получилось. И добили последнюю кобру. Слушай, ну опасен, конечно, был Джафар. Вот эти вот отравляющие ионные снаряды, которые он распускал, очень люто жгли. Ну, как видишь, Аладдин. Кстати, у нас Аладдин сейчас, по-моему, прапается. Я ведь так понимаю, правильно? 15 карточек у нас. О, мы можем еще один бой с тобой попробовать осилить. А почему бы и нет? Почему бы и нет, ребята? Я лично никогда не против какого-нибудь боя, а тем более, если он приносит тебе хорошие, как говорится, награды. А награды здесь именно карточки на Аладдина. Я опять забыл бубукса взять. Да что ж ты, Рэй, спешишь? Спешишь, родной, это очень плохо. Так, давай вот это вот. Мне нравится вот эта вот магия. Запрещает хилить, да? Теперь вот так вот сделаем. Аладдинчик, надо было тебя еще проапать, наверное, прежде чем сюда суваться. Как говорится, наша спешка до добра не доведет. Так, это была 1-я волна, переходим на 2-ю. Аладдин, конечно, жарит тоже не кисло, на самом деле. Так, тихо-тихо-тихо, подразнивание. Провокацию, да, тоже взяли? Угу. Ну, давай вызовем с тобой нашего Грифона. Звезданем эту кобру. Так, подожди-ка. Слушай, хороши, конечно, вот эти вот ребятульки, да, у нас метелочки. Они очень классно наносят урон. Давай подарочек брошу туда. И добиваем. Да, добиваем, конечно. Слушай, силен, силен этот кобр. Вау. Так, тут у нас опять эти... Давай вот так вот массовую атаку сделаем с тобой. Но на самом деле я бы лучше бы, честно говоря, бубукса бы вызвал бы.
Мне кажется, он бы тут больше бы урона наносил бы. Давай расстреливаем. Массовая атака от... Хотел сказать Микеланджело, от Микки Мауса, конечно же. Так, добьешь? Нет, вот Салли как танк хорош, хорош как танк, но вот именно как дамагер он никакой, у него очень маленький урон. Но зато очень сильная защита. Тут, как говорится, выбирай, что тебе по вкусу. Смотри, у нас уже 21 карточка на Аладдина. Давай продолжим и посмотрим. Ух ты, нас пропускает дальше. Слушай, ну прежде чем мы пойдем с тобой, да? Прежде чем мы с тобой сюда сейчас сделаем ход, мы все-таки... Так, вот он, Аладдин. Давай. Ать, вот это совсем другое дело. Ребята, две звезды у него. Теперь он стал немножко покруче. А что у нас тут у Гастона? Ага, можно что-то... А, повысить уровень еще. Продолжить и вот сюда вот все можно экипировать. Так, подожди, парень. У тебя же... А, так это экипирован, там же плюсик должен быть. Все, все, я совсем, ребята, что-то запарился. Так, и заклинание. Как мне выбрать именно бубукса-то? Подожди. Бубукс. У нас в данный момент с тобой грифон и метеорит активен, так? А я хочу, например, взять бубукса. Ой, ребята, у нас же вот этот еще. Я совсем забыл, что еще один герой у нас появился с вами. Ел, как же так? Конечно же, это же наш тролль. Кстати, я даже не знаю, что он делает. Что он... У нас что, с деньгами проблема? Ты прикинь, у нас с деньгами проблема. Ёпарасоте. Опупеть. Вот чего-чего, я не думал, что у меня когда-нибудь закончатся деньги. Представляешь? А, они закончились? Слушай, а где мы с тобой можем тогда пофармить все это дело? Так, турнир волшебников у нас откатился. Давай посмотрим, каких там тут врагов предоставляет. Мы можем вот здесь вот немножко подраться. Вот здесь вот. Давай попробуем. Так, сила 711. А моя сила непонятно где. Кто-то говорил, куда-то можно посмотреть. Так, ранг такой-то. Да нет, это все не то. Ранг. Ну, у меня ранг все равно повыше. Ладно, попробуем, ребят. Попробуем здесь немножечко повоевать. Вот здесь, по-моему, мы с тобой... Ага. Ага. Нет, это понятно. Это... А, вот они, заклинания. Так, берем с тобой... Салли. Берем сюда Аладдина. Так, берем... Слушай, возьму я этого таракана. Попробуем, тоже хороший, в принципе, неплох. Бас. И... Блин, а кого еще-то взять-то мне? Этих всех взял, да, сильных. Хила, может быть, взять. Или Майки. Точнее, Микки. Давай Микки, наверное, я возьму. Плюс заклинание. Берем с собой грифу и берем бубукса. Все, ребят, вот такая у меня будет команда. Я надеюсь, она здесь очень хорошо себя проявит. У нас уровень 20. В принципе, по звездочкам мы врага нашего переплевываем. Поехали. Так, коврик. Окей. Так, бас, надо нам с тобой оглушить вот этого вот Салли. Почему? Почему ты на базу-то... Я же нажимал на Салли. Так, что он делает? Наносит до 177 единиц урона вражеской цели. Ослепляет на два хода. Ослепляет на два хода. А что ты сам сделал ход-то, эй? Странный как... Блин... Да ё-моё, еще хил у них там. Но нам придется, ребят, с вами как-то теперь Салли бомбить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Ну-ка, бубукс. Вот так он вылетает. Как-то кисло. Как-то кисло, если честно. А вот это что такое? Наносит... Нет, давай тогда вот это вот. С ослеплением, да, с возможностью ослепить. Так, грифончик. В любом случае, что происходит? Мы с тобой будем так же делать. Ну, хотя, надо еще, если честно, ребята, бомбануть база. Я думаю, ты понимаешь, зачем нам нужно его уничтожить. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. У меня хила нету в этой команде. И это не очень хорошо. Блин, бас, ты будешь падать или нет? Вот не хочет и все. А если так? Готовченко.
Так, секунду. Теперь давай попробуем, наверное, русалочку наказать. Наказать, потому что это хиллер. Хиллер нам не нужен. Я вообще, ребята, если честно, в первую очередь всегда уничтожаю именно хилов. О, бубукс, давай. Окей. Теперь давай вот так сделаем. Так, Салли мы, наверное, сейчас добьем. Ай-яй-яй, не хватило маленько. А так? Да что ты? Ух ты, бас, спасибо за поддержку. Так, начинаем с вами бомбить Аладдина. Он пока нам тут стойку эту ломает. В принципе, ничего страшного. Так, Аладдин сделал какой-то воровской трюк. Подхилился, но это ему не помогло. И у нас остается просто с вами Микки Маус. Мы его ослепили. Мы его напугали. Ну, якобы напугали, да? Ударили. И, скорее всего... Ой-ой-ой. Он не может попасть, потому что, ребята, он ослеплен. Поэтому он и мажет по нам. Так, ну что, остается лишь стойка с грифоном. И я думаю, что мы ее сейчас быстренько с тобой разберем. Таракан, конечно, хорош, вот, в плане своей живучести. Но если выбирать именно про то, какие у него удары, по силе удары, то это, конечно, вообще ни о чем. Просто ни о чем. Ну что это, наверное, вы... Я тебя умоляю. Салли, вон, на 403 вмазал, ты прикинь. Крутыш, крутыш. Ну, в общем, мы с тобой сделали еще одну победу. Я поднялся в рейтинге. Окей. Так. Ну что, тут вроде бы пока и все. Нам все равно не впустят на бой, потому что тут нужно ждать какое-то определенное количество времени. Пятый день, 50 гемов. Как это так? Я ж только что брал эти гемы, они мне опять... Типа день уже прошел. Что у нас тут за почта? Что это такое? Приступить. Готовьтесь к клубному завоеванию. Вместе с клубом участвуйте в эпическом сражении с двумя соперничающимися клубами. Одержав победу, вы завладеете территорией и получите фрагменты редчайших... А где это такое? Приступить. А, извините нас за волшебную пыль. Так, ладно, хорошо. Получаем здесь награду какую-то. Ох, 3350, неплохо, отлично. Держите награды за прохождение вчерашних клубных заданий. Вау. Так, открытые испытания заклинаний. Так, в испытаниях заклинателей вас ждут несметные богатства. Зарабатывайте монеты, ежедневные награды и ценное снаряжение для всех своих персонажей. Зачем я нажал приступить? Ребят, зачем я нажал приступить, когда мне нужно было просто посмотреть всю почту? О, здесь тоже наградки. Благодарим вас за терпение. 120 энергии мне накидали. Так, пещеры чудес, я удаляю это. Еще получаем с тобой. Награды за парк... Ой, ох ты, 5 грифов. Это у нас для магии. Еще 1750 очей. Слушай, да я сейчас, наверное, в магазине так затарюсь. Ё-парасоте. Так затарюсь, что... Еще 1000 очков. Новые спецпредложения, ну это я удаляю. Так, абонент, так, 500 опыта. Награды за клубные испытания еще 1000. 2520 гемов. И благодарим вас за терпение. Опять, ой-ой-ой, что тут накидали, ребят. Просто, просто благодать. Но все равно, знаешь, для меня сейчас проблема большая. Это в деньгах нужно 45 монет. Ну куда это годится? Это, ребят, вообще какой-то финиш. Осталось 4 задания. Так, давай зайдем с тобой в коллекцию и кое-что посмотрим. Ох ты, смотри, смотри. Мы с тобой можем... Офигеть, чего тут надеть, экипировать. Ну-ка, получится, как ты думаешь, если все экипировать? Ё-моё, повышение класса. Так, 120 хп там у него, да, что-то написали. Так, экипируем. Слушай, таракашка-то становится круче. У него особое открывается, называется «Погнали». Наносит до 116 урона всем соперникам. 20% шанс освободить попавших под действие соперников от всех благоприятных эффектов. Хе-хей. То есть он бафы снимает, да, я так понял? Слушай, ну это круто. Мы можем с тобой, ну-ка, если Крюка попробуем с тобой немножечко обвесить. Не хватило, к сожалению. Не хватило на крюка. Ну, ничего страшного, ребят. Все это у нас накопится со временем. Все, вы, главное, не переживайте. Верьте в меня, и все будет хорошо. Так, завершить, что там, элитное какое-то, я не знаю чего. У нас ежедневных заданий еще много. Тут 6 минут еще на откате. Испытание заклинателей. Мы с вами вот здесь, да, остановились?
Так, вот здесь вот, вот на этом бою. Погнали. Погнали, попробуем. Или подожди, или мы не здесь. Мы, по-моему, в зал один дрались, насколько я помню, да? А это совсем немножечко не то. Ну, в принципе, какая разница, да, друзья мои? С кем нам драться, нам главное зарабатывать плюшки. Слушай, а здесь враг посильнее. Причем в разы сильнее. Ну-ка. Оглушен. Он оглушен, друзья. Так, сейчас мы... А, 25 уровень, так правильно. А, не, 25 уровня, что мы хотим? Так, русалочка, давай звезд... А, отхил, отхил. Аладдин, добьешь? Красавчик. Красавелла. Массовая атака. Так, у нас с вами вот этот вот. Ну что, два ханорика. И, кстати, здесь всего лишь одна волна. Так что, пфф, все тут на изи у нас. Получил, промяли ему, как говорится, голову. И мы этот с вами уровень прошли. Ух ты, отличненько. Так, ежедневные задания. Так, элитные приключения. Завершить элитные бои. А, ну это у нас на основной компашке. Испытание заклинателя. Еще можно два пройти. Вот клубное завоевание. На каком уровне? Извините нас за волшебную пыль. Это скоро. Еще пока недоступно получается, да? А вроде бы, как мне казалось, они недавно все это открывали. Ну что, мы с тобой можем... А что, почему не можем? Полная команда. Так. Сначала завершить события предыдущего уровня. А что же не так-то? Что-то не хватает, да? Что-то, друзья мои, не хватает им. Обидно. Я бы, конечно, бы с удовольствием подрался бы там. Позарабатывал бы себе, так сказать, очки. Так, что у нас тут с вами есть? Вот здесь мы с вами, да, вроде бы закончили или нет? Войти. Мы с тобой остановились вот здесь. Тут у нас все завершено. Окей, погнали. Будем с вами прокачивать тогда Аладдина до трех звездочек. А почему бы и нет? Аладдин мне нравится, мультик прикольный. Фильм, кстати, тоже неплохой. Так, вот мы появились. Я опять... Команда у меня сохранилась? Блин, нет, ребята. Команда моя не сохранилась. Это постоянно нужно самому ее редактировать. А как же мне ее сохранить, например, а? Ты чё? Эй! Прикинь, как вжаривают. Не, ребят, так дело не пойдет. Три волны еще при чем здесь? Что-то вообще как-то... Все плохенько. Вот как-то я не знаю, ребят, боюсь, мы здесь с вами свалимся. Это только первая волна, не забывай об этом. Дальше хуже. Так, так, давай, наверное, бомбанем. И вон по той кобре. Ну-ка, добьешь? Нет, Микки Маус... Слабоват. Переходим на вторую. Так, давай-ка звезданем. Слушай, ну он неплохо сейчас стал бомбить именно. Надо было массовую атаку применить. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ты будешь делать? Слушай, мы, наверное, здесь слабоваты. Я так понимаю. Какого уровня здесь монстры? Можно мне посмотреть? Пока не показывает. 22-го. А что так люто жгут? 22 уровень. У меня 20, а не 22. Что-то уж чересчур сильно, согласись. Пей. У нас остался Микки Маус, только лишь Грифон и... Ну, тут, наверное, нас и похоронят, судя по всему. Ускользнул. Алдин, это, конечно, хорошо, что ты ускользнул, но... Не варик. Ой, совсем не варик, друзья мои. Да, хотелось бы, конечно, пройти, но... К сожалению, никак. Все, Грифона ушатали. Чё-то как-то не хватает нам, ребята. Либо сил, либо прокачки. Ладно, ничего страшного. Я рано или поздно сюда вернусь. Рано или поздно сюда вернусь. Причем по параметрам, да, которые они мне там дают, я вполне подхожу. Ну что же... Пошли теперь сюда, ребята. Великая компания у нас. И хотелось бы, конечно, ох, тут с Микки Маусом драться. 14 уровень. Да это смех на палке. Мы же сейчас тут всех в щепки разберем. Во-первых, я хочу нафиг свою команду сделать, чтобы она сохранилась. Это можно как-то сделать? Чтобы мне не приходилось их постоянно вот так вот менять. Сохранение команды.
Блин, 27 уровень требуется. Ну что, и так придется вот постоянно менять это все. Ну это не айс на самом деле. Меня такой расклад не устраивает. Ну что же, погнали. Мы с вами здесь будем драться за карточки на Микки Мауса, да? Кстати, можно будет поф... Что? Почему автобой-то здесь стоит? Здесь можно, кстати, будет пофармить. Довольно неплохо, да? Ну-ка. Какого уровня-то они? Сосуночки-то эти? Так и не понял. А, 14. Да ладно. Это сосунки же. Просто на один удар и хлопчики готовы. Но тут три волны. Давай-ка посмотрим вот это вот. Вау. Солидно, мне нравится. Давай, бас. Минус песик. Минус фасоль. Я его буду называть фасоль. Тихо, оглушение тут делает мне. Ну да, он не то что делает, он сделал. Он оглушил мне Салли. Тыдыч. Третья волна. О, доктор Фасилье, да? Ну-ка, вот так для начала мы сделаем. Теперь вот так вот. Сейчас я бубукса вызову. Сейчас я вызову бубукса на вашу голову. С какими-то... Бубукс с какими-то трюками вечно влетает. Так, давай, наверное. Мишка, ты не хочешь падать? А вот так, если... Нет, давай, наверное, вот этого вот бомбанем. Шикарно. Аладдин, добей, пожалуйста. Малорик. Так, Мишка падает и... Вот этот вот киборг. Все, друзья мои. Выстоял, какой я выстоял. Отдуплился только шорох. Без всяких там выстоял. Ну что, ежедневное задание я могу... подожди. А, вот здесь вот что ли? Задание получить. 15 класс. Повысить. Денег 295 монет. Да, друзья мои, далеко так мы с вами пойдем. Осталось 4 ежедневных задания. Завершить бои великой компании. Так, а я могу здесь фармить? Могу, шанс одну карточку вытянуть. Ну, предположим, да, у нас сколько энергии есть, хватает. Ну, давай вот так вот сделаем. Смотри-ка, 3 карточки вытянул. Ну, это, честно говоря, накладно. Ладно, давай сюда перейдем. Тут сколько? 3D, 3E. Тут, наверное, тоже будет 3 волны. Слушай, команда сохранилась у меня здесь. Это, видимо, в каждом новом заходе, в каждом новом, вот, например, я зайду куда-то еще, да, мне придется там тоже заново выстраивать команду. А когда уже потом заходишь туда же, обратно, у тебя все это сохраняется. Я думаю, никто не будет против, если я поставлю автобой, но потому что здесь на самом деле смешно. Враги нелепые. Очень легко будут разбираться, даже без моего участия. Это как в черепашках-ниндзя. Кстати, черепашки-ниндзя сегодня будут, ребят, потому что у нас новая неделька. Будем бустовать. Буквально после этой игры я сразу же буду идти играть в черепашки-ниндзя. И, возможно, возможно, если я успею, сегодня еще сделаем серию по Tower Conquest. Этот бубокс постоянно в новой какой-нибудь позе влетает. Так, отлично, разобрали шкаф этот, разобрали. Все. Ага, нормуль. Но на самом деле мне бы хотелось бы узнать, где можно пофармить. Понимаешь, мне надо пофармить. Ну, деньги. Деньги, в деньгах проблема вся. Потому что, ну, сам подумай, чтобы там поднять по уровню или еще там, нужны финансики. Так, это у нас последний, третий бой именно на этой кампании. Для чего мы это делаем? Чтобы выполнить все ежедневные... Это кто такой? Это что за шитик там бегает, ползает, прыгает, танцует. Я не знаю, что он там выплясывал. Какой-то бред. Так, шикарненько. Так, свинья. Или кто это? Или это тролль? Нет, по-моему, там свинья, да? С луком. А? Бубукс вылетает. Свои трюки там акробатические показывает нам. Ну и все, свинка отдуплилась. Очень-очень круто. Ну что же, забираем наши награды. Ежедневные задания мы это выполнили. Получаем наградочку. Так, что еще нам нужно? Завершить элитные бои. Открыть наборы в магазине. А что за открытие набора в магазине? А, ха-ха-ха. То есть, подожди, или я могу бесплатно что-то здесь открыть? Это будет считаться как открыть наборы в магазине? А ну-ка, что у нас? Вот одна карточка и
Золотые монеты. Слушай, уже 27 тысяч. А где так нахапал-то я денег, я не могу понять. Зайдем сюда тоже бесплатно. Кстати, у нас же есть очки, а я что собирался? Сходите в магазин, да? Опа, финансики пошли капать. Пошли капать, ребята, финансики. Ох, нам Микки. Две карточки выпало. Так, крошечная перьевая метла. Шикарненько. Так, что, вот это что такое, ребят? Три. У меня есть такие же? У меня есть. Я могу открыть. Сундук лояльности называется. Погнали. Покажи, пожалуйста, что у нас тут может выпасть. Так, 6 самоцветов. О-о-о-о, Балу. Балу. Нормуль. 39 тысяч монет. И опять же, перьевая метла. Крошечная почему-то. А здесь еще и гигантская, наверное. Так, смотрим дальше. У нас есть вот такие вот сундук компании. Погоди-ка, а здесь что-нибудь такое? Смотри, мы можем... Нет, мы не можем с тобой. Фига, от 5 до 330 карточек можно вытянуть здесь. Ягу? Слушай, прикольно. Аладдин. А Джин? Набор злодея Даунтауна. Блин. Слушай, ну круто на самом деле. Так, что тут у нас за набор охотника? То есть, а интересно, что делает Ягу? Как он тут вообще бомбит? Хотелось бы посмотреть. Ну вот это вот, сверхсундук, гарантированный персонаж, конечно, 3600. Эй, нет, ну реально накопить, наверное, за месяц-другой. Тут у нас ничего нет? Нет, тут бесплатно ничего нету. Ну что, я не знаю, будем ли мы тут вот это вот открывать, как думаешь? А это у нас... Нет, это не за деньги. Это не за деньги, это сундук компании. Давай посмотрим. Выпадает крошечная метла из тумана. Ага. Помню. Кстати, кто-то из подписчиков сказал, что вот этот парнишка очень даже неплох. Но 25 карточек нужно. 25 карточек. Я могу еще, да, открыть этот сундук? Я могу еще его открыть? Разок. А эти очки я... Подожди-ка, а помнишь, у нас где-то был такой магазин, где я мог... Подожди, а где же он находится? В обменнике, что ли, так навсегда? Что тут у нас навсегда? Получаем вот это вот. А где у нас... Так, здесь я получаю. Где у нас с тобой обменник находится? Вот он. В обменнике, по-моему, мы можем с тобой... Да, вот здесь вот тратить. Так, секунду, вот. 9000 у нас с тобой. И я что хочу? Ой, я много чего хочу на самом деле. Угу. Можно попробовать накопить на Балу. Можно попробовать накопить вот на этого синдром. Но я почему-то хочу вот получить либо Балу, либо Джека Воробья. Но так как Балу подешевле немножко стоит, буду копить на Джека Воробья. Логики нет никакой абсолютно, ребята. Так, 6 из 50. Запросить обновление. Ага, понял. Так, давай посмотрим, сколько. Здесь 12 тысяч. Ох, красавцы. Ты смотри. 5. Это у нас Аид. Так, Морду. У меня 0. Так, вообще хоть... так, это у нас Мерлин. Рогатый король. Ну, Ариэль, это банально. Злой волк, я думаю, это тоже банально. Гнев. Жетон гнева. Не знаю, день-день. Жетоны кролика. Ой, даже не знаю. Аида, наверное, хотелось бы получить. Или же морду. Не знаю, что делает морда, понимаешь? Вот как-то так копить на персонажа, которого ты не знаешь, что делает. Поэтому я возьму морду. А почему вот эти вот у меня? А, 22-й, 37-й. Требуется чего? Хотя бы чего? Семизвездочный персонаж хотя бы один, говорит. Нормуль, неплохо так у вас. Здесь можно тоже, видишь, за гемы все это дело приобретать. Ну, ладно, обменник это хорошо, но дорого. Дорого, тут не поспоришь. Что еще у нас тут? Больше ничего нету, да ведь? Больше у нас ничего нету. Ладно, погнали с тобой дальше выполнять задание. Так, элитное приключение, завершить... Три боя. И также нам еще нужно будет завершить три боя за компанию зла. Элитка здесь пройдена, здесь пройдена, здесь пройдена. Слушай, подожди, а ведь я могу... Ну-ка, посмотрим, сколько тут. 12 энергии, да, нужно? Сколько я могу себе позволить? Максимум три боя? А у меня такая беда с этой энергией, что ли?
А, это максимальное количество боев, ребят. Максимальное количество боев. Ну, а здесь? О, видишь как? Это, кстати, неплохо. Автопобедочка. Почему только по одной дают, а? Я вроде делаю три боя, а дают всего лишь по одной карточке. Это как-то немножко несправедливо. Ё-моё, я 21 уровень получил, пока щелкал тут. И класс 16. Давай, заберем. Готово. Так, элитный 3. Что у нас тут, ребята? 21 уровень, да? Ух, ё-просоте, ты посмотри, они трехзвездочные. И как я тут должен с ними драться? Так, здесь 18 уровень. Поехали вот здесь вот попробуем. Мне обязательно нужно элитные бои выигрывать? Или просто выиграть бои? Например, за зло. За компанию зла или что? Сейчас проверим. Проходим, смотрим. Если оно засчитывается, мы проходим еще два остальных. И все будет у нас тип-топ. Так. Успокойся. Успокойся, родной. Дай-ка я сам тут кое-что сделаю. Так, минус. Сколько волн тут? Две волны будет. Успокойся, хорек. Начинает мне тут буянить. Замечательно. Так, и мелкого того пигмея сейчас я забомблю. Наверное, забомблю. Да должен забомбить, что тут, наверное-то. На крит 197. Двойная атака. Слушай, неплохо. Неплохо сейчас было. Оглушение. Так, давай-ка вот так сделаем. И... О, шикарненько. Слушай, пират, уйди отсюда. Я даже... Не, он пират. Пират, ребята. Пиратишка. Это последняя волна, поэтому можно их уже тут раскумаривать как хочешь. Ну давай, Аладдин, добей. Как-то вот непонятно, да? Иногда может две атаки, иногда три атаки может сделать. Иногда вообще просто подойти, типа увидел и убежал. Встретился и убежал. Смотри, вроде бы как засчитывается, да? Ну, засчиталось, все, окей. Так, теперь, значит, компания злодеев. Поехали. Три. Три надо уровня пройти, да? Ну-ка. А в чем здесь проблема? Ребят, ну... Как это я вот тут вот и не прошел на три звездочки? Вот скажи мне, почему? Почему я здесь не прошел на три звезды? Может быть, я хочу пофармить Аладдина? Давай, у нас появился герой. Это будет у нас... Вот этот Джук. Теперь у нас больше. Мы, видимо, с тобой в меньшинстве тогда дрались. И поэтому этот уровень у нас был не пройден. А теперь-то, извини меня, я крутышка. Ё-моё, 21 уровень. Так же, как и 21 век на дворе. Поэтому с этими козлами, тараканами и прочей нежитью, надеюсь, разберемся легко и просто. Блин. Ага, у нас здесь нет провокатора. Вот что я тебе хочу сказать. И это плохо. Без провокатора тут выстоял. Как ты выстоял-то, гаденыш маленький, а? Так, козлик, тут три волны. Три волны, так что... А, нет, есть у нас провокатор, это Гастон. А вот хила, хил есть тоже у нас, это... Как ее звать-то, я уже забыл ее. Высочество ведьму-то эту... Звать, так. Причем, смотри, тут прорисовка героев не только, да, вот как бы есть, а еще и тени постарались сделать, то есть, ну, как бы... Все нормуль, как и полагается. Так, мы... хиляться пока нам, наверное, не стоит. Пока не стоит. Опа-на. А если я так сделаю? Ну, давай вот так вот сделаем. Так, хилку, да? Нет, пока рано хилиться нам. Сейчас вон того попробую накумарить. А если так? Нормуль. Так, расстрел. Давай возьму провокацию здесь. Но у него провокация, по-моему, очень быстро заканчивается. Да ведь? Ай-яй-яй, будем, по крайней мере, если что, его хилить. Давай бросаем сюда пробирку. Конечно, хилит она, но очень слабо. Если взять ту же самую русалочку, да, которая, извини меня, массово хилит, да и причем намного лучше, чем Ирма. Ирма ее, по-моему, величать. Рафики, вот, вот, ребята, вот именно... Именно с Рафики у нас с вами не получилось. Он, по-моему, сейчас тут начнет лютовать. И дрить тебя на корень. Ну, сейчас начнется, да? Сейчас Рафики тут сделал какой-нибудь фокус. Фокус. Ну, совсем чуть-чуть. Ага, повезло нам. Нам очень сейчас крупно повезло, потому что он начал... Так.
добил. Вот, бей, бей. Не надо трогать мне этого. Так, минус баран. Минус второй баран. И сейчас мы этого... Не дай бог сейчас... Есть! Три звездочки, друзья мои, как с куста. То есть я могу спокойно теперь фармить этот уровень. Понимаешь? Спокойненько. И за это еще буду получать карточки. Так, ну что, компания злодеев. Нам еще нужно с тобой пройти два уровня. А это кто у нас? Что это за герой, не могу. Так, я могу здесь, да? Автобой, вот, видишь? Хоп. И еще одна карточка Аладдина. 25 карточек мы с собой набираем. И у нас что будет? И у нас будет... И у нас с тобой будет Аладдин иметь 3 звезды. На самом деле это очень круто. Но я готов. Я жду, так скажем. Прилетели. Так, это, по-моему, русалка. На ветвях сидит. Давай массовые атаки. Че такие крепкие-то, эй, дорогуша? Ну-ка. Блин, серьезно какие-то крепкие. Эй, не надо трогать Ирму. Нет, что-то тут как-то уж больно сильно. Я вот прям вот чувствую, что они жестко здесь будут бомбить. Ну. Да е-мое, ну вы... Гастон, пердон, ты будешь бомбить? Кого нам надо хильнуть? Я не знаю, давай, наверное, Гастона. Потому что он у нас будет в провокации стоять, ребят. Поэтому я его буду хилять. Он этот самый главный провокатор у нас. Тут всего лишь две волны. Блин, хотел же в провокацию взял, в атаку побежал у меня. Вот жалко, этот таракан не может стоять в провокации. Он бы неплохо, кстати, бы здесь выглядел бы. Ну-ка, давай подарочек. Что, давай массовую атаку, наверное, а? Окей. Так, Грифончик, иди сюда, родной. Берем Гастона в провокацию и добиваем этого пиратика. Так, дальше кого? Давай он тут, наверное, ведьмушку. Так, Гастон, ты главное держись, блин, у меня. Так, этот в провокацию встал. А, черепаха же эта вшивенькая. Так, массовую атаку применяем. Опять у меня здесь нет бубукса, да? Опять я его забыл включить. Красава Демора, или как ее там. Но четко. Ну, прям вот как по написанному мы с вами пришли. Я очень рад, я очень доволен. Так, ну что, нам остается следующий бой, последний, чтобы нам выполнить ежедневное задание. А третье, последнее, заключительное, да, это будет посмотреть рекламу 3 раза. Ну, не знаю, стоит ли это делать задание. Хотя можно будет, наверное. Посмотрим, ребят, посмотрим. Так, черепаха, что ты там выкаблучиваешься? Какой уровень ты, кстати, я что-то не обратил внимания, если честно. 19-й. Что? Ага, понял. 19-й уровень, и не забываем, что 3 волны, друзья. Здесь не 2 волны, а 3. И мне кажется, здесь, наверное, будет какой-нибудь мини-боссик. Будем надеяться, что его здесь нету. Так, ну-ка. Вот все вот эти вот, как сказать, провокаторы, да, типа Гастона, Салли, очень слабы по атаке. Мне вот хочется, вот я всегда люблю дамагеров, которые дамажат. Вот как вот в Тавро Конквесте у нас, да, Ронин. Ну, красавчик же, согласись. Пускай у него мало здоровья, но он если влепит, ой, мало не покажется. Так, тихо. Не надо атаковать мне именно... Так, хилять. В общем, цель у нас с вами понятна, да? Какая ты мощная, а, черепаха? Ну, все, зашатал я ее. Так, Гастон, держись. Мы тебя будем потихонечку как-то отхиливать. Ага. Опять бубукса я не взял здесь. Это моя большая ошибка. Без бубукса нет, как говорится, счастья. Минус ведьма. Вон, таракан. Нормуль, кстати, тоже так держится, да? Мне кажется, вот из таракана очень бы хороший был бы провокатор. Даже лучше, чем от Гастона. Даже лучше, чем от Салли. Ну давай, добьешь? Добили. Так, переходим на 3-ю волну. Динь-динь у нас тут. Вот что я тебе хочу сказать. И начнем. Начнем потихоньку. Я боюсь, что она сейчас тут будет всыпливать по полные помидоры, как говорится. Ну-ка, вжариваем.
Провокации у нас, к сожалению, пока нету. Что ты? Ничего пока не делаешь? Так, очищена. Она еще хил на себя врубила. Что это? Оу, кто там? Грифончик, родной мой. Мы ослепили. Так, блин, грифона уничтожили. А это считается как будто мы с вами потеряли героя или нет? Провокацию возьмем. Что сейчас? Что сейчас будет? У нее постепенный урон, да, висит? Что он там делает? Успокойся, день-день. Вот так вот. Ну-ка, массовая такая. Подразнивание делаем. Ну ладно, давай. Раз ты делаешь. Слушай, по-моему, не читается. По-моему, мы с вами просто можем потом призвать опять грифона спустя определенное время. Главное, чтобы у нас остались в живых все наши персонажи. Мне кажется, вот так это все должно выглядеть. То, что мы грифона потеряли, так это просто как магия. Просто мы ее призывали. На-ка, на 148. Сейчас мы с тобой проверим. Ну, я прошел тот уровень. Могу забрать свою награду? А что это у нас тут такое? А, мы уровень. Друзья, вы заработали достаточно заколдованного снаряжения, чтобы объединить его в более мощный предмет? Это о чем вы говорите? Ну, Салли. Сочетать. Чего сочетать? Смешать. Объедините заколдованное снаряжение, чтобы существенно увеличить силу вашего персонажа и улучшить класс снаряжения. Ну, я все, я понял. Мы с вами можем теперь улучшать. Сюда нужны улучшенные уже вещи, а не какие-то там первоначальные, первостепенные. То есть, сам понимаешь, да, чем это грозит? Что, готовь кошелечек. Кошелечек, готовь нервы свои. Как в свое время говорил Иллинойс, который у нас очень-очень долго играет в Disney Arena. Ну не в эту, а в другую. Да и он и в эту играет. Он говорит: Рэй, если бы я знал, что это приведет вот к такому, я бы даже не начинал играть. Я удивляюсь, как ему хватает терпения на самом деле. Так что, и как он сказал, что это аналог той самой игры, в принципе-то. И я ему верю, потому что, ну, сами понимаете, все идет именно к этому. Бафать, бафать, еще раз бафать, качаться, враги будут все сильнее, сильнее, сильнее. И так до бесконечности. Так, ну что? Вот тут вроде бы у нас все. А награду я забирал или нет? Нет, не забирал. Вот теперь я забираю. И вот здесь вот навсегда. Собрать 4 заклинания. Так, сделать 25 покупок в обменнике. То есть потихоньку мы с вами копим вот на эту вот Малефисенту. Наверное, хороший персонаж, я так думаю, да? Получить. Упс. Получить. А, ну здесь нужно смотреть рекламу. И получишь всего лишь 3 гема. Оно того не стоит, поверь мне, оно того не стоит. Что у нас тут в магазине высвечивается, я не могу понять. Что вы мне все хотите? Вот вы мне хотите подкупить вот этим сверхнабором, но ведь понимаете, что я не буду брать. Я не буду сюда донатить, ну, ни рубля, елки-палки. Тут что у нас? Мы можем... Оу, да ладно, серьезно что ли? Героическое испытание, я могу сюда зайти? Эластика, давай, давай, с удовольствием. От героя лишнего, а он лишним никогда не будет. Я не отказываюсь от героев. Я наоборот стремлюсь, я должен получить. Мне нравятся они. И чем больше, конечно, героев, тем сложнее все это прокачать. Синдром? Синдром Дауна, что ли, пришел? Хорошо, я тебя сейчас устрою тут. Что он там? Он невидимка? Ты понял? Он стал, видите ли, невидимкой. Тихо ты. Как ты думаешь, мы здесь выстоим с тобой? Ага, ага, ага. Давай, наверное, хильнемся. Ой, я обожаю, обожаю нашу Ариэлечку. Бам. Ну-ка, таракан, иди отсюда. Хе-хе. Так, стал... Нет, он до сих пор невидим. А он что, так и будет? Вечно в невидимости. Так, выстоял. Так, вызываем нашего грифона. Грифон, ты готов? Бомби.
Не добил. Отлично. Так, все, могу. Эй, хотел не это сделать, ребята, хотел немножко по-другому. Ну, что ж ты, синдром. Что он там сделал? Бомбочку? Он кого-то уничтожил мне или мне показалось? Не, по-моему, все выжили. Значит, на 3 звездочки. Слушай, а здесь звездочки, по-моему, не нужны. Окей. Мы можем с тобой продолжить эпопею? Завершено? Нет, не можем, потому что здесь нужны 2-звездочные, да, персонажи. Или что нужно-то вообще, я не понимаю. Уровень 20... А, рекомендованный уровень 25-й. 2-звездочная редкость, снаряжение 2-го класса. Вот оно что. Но тем не менее, 5 карточек мы на нее нашли. А что, владение мы с тобой... Да, там мы... Хотя, подожди, мы же с тобой уровень получили 1, да? Может быть, мы справимся здесь? Требуется. Нас с тобой что, уничтожают ядом? Дай-ка я вот здесь вот... Вот так вот сделаю. Ну что, в бой? Требование, Аладдин. Так, а я смогу, например, база взять, а вместо таракана? А вместо вот этого, кого мы можем взять с собой? Слушай, а вот этот парень, интересно, хороший или нет? Я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять. Все, вся команда у нас, в принципе, в сборе. Аладдин. Ну, поехали, попробуем, друзья, попробуем. Есть у нас... Конечно, хочется получить карточки на Аладдина, конечно. Кто будет, как говорится, против этого? Я, например, не буду. Я, например, только за, чтобы получить. Но, естественно, проблема. Сложно все это, но куда деваться? Кто сказал, что будет все так легко и просто? Никто. Ну-ка. По идее, нам выгоднее с тобой бомбить все-таки в первую очередь кобр. Почему кобр? Потому что они, ребят, могут... нехиленько так отравить. Поэтому лучше их. Окей, давайте попробуем. Отлично, кстати, неплохо. О! Что? Что он такое сделал там? Я не знаю, ребят, что такое он сделал. А, приворожил. Все, я понял. Блин, знаешь, чего я пожалел опять? Я не взял с собой здесь хила. Ускользну. Молодец, молодец, Аладдинчик. Красава. Блин, а вот это вот вшивенько очень. Давай, Бубукс. Немножко надо было получше как-то тебе бомбануть, если честно. Отлично, хорошо, красава. Сейчас мы с вами, наверное, кого-нибудь потеряем. Они отравлены еще все. Минус. Не пробьем, да? Или пробьем? Блин, надо было Бубукса, блин, придержать. Ладно, последняя волна, 3-я, смотрим. 3 кобры. Начнем с кобр. Ага. Так, что? А, что такое? А, удар, ё-моё. Ковер-самолет. База, ага, ага, ну-ка так. Добьем. Блин. Да ядрить. Кого нам надо? А, он в провокацию, он дразнит. Отлично. Так, пробуем вот этот вот удар. Ух, слушай, есть шанс. Друзья мои, есть обалденный шанс, что мы с вами пройдем. Ай-яй-яй. Молодец, молодец, демоница моя. Красава. Нравится мне, что он так может вот добить без моих, как говорится, указок. И, как видишь, у нас с тобой 12 карточек уже. 12 карточек. А нужно 25. Ну, естественно, меня дальше не впустят, потому что... Причем это последнее, ребят. Завершено, завершено. Да, последнее событие там внизу у нас осталось. Это как-нибудь потом, со временем. Конечно, хотелось бы вот здесь вот, но не могу я понять, что они хотят от меня. Рекомендовано. 30 уровень. Слушай, прикинь, да, от 70 тысяч до 110 можно заработать. Снаряжение 3-го класса.
Вот что они хотят от меня. Вот так вот, друзья мои. Ну что, неплохо мы сегодня побомбили, да? Наверное, сейчас на дорожку еще проучим вот этого паренька. Бубукс, все дела, Аладдин. Так, мы с тобой возьмем лучше, знаешь, кого? Да. Да-да-да. Нашу демоницу. Хотя Микки Маус неплохой. Я не говорю, что он там никчемный, но все-таки демоница со своей массовой атакой. Эх. Нати. Так, ковер-самолет замедляем. Замедляем. Теперь будем Салли глушить. А, тут же еще Ариэлька, я про нее забыл. Ариэльку надо наказывать. Если успеем, конечно. Если успеем мы с собой наказать Ариэльку. Я так и понял. Никаких хилов здесь быть не должно. Верно? Верно, ребят. Вот так вот. Ну что же, теперь берем в оборотик Салли. Берем в оборотик с тобой Салли и... Да куда ты база-то бьешь? Говорю, Салли. И у нас Бубукс. Бубукс готов. Мы его выпускаем на арену. Упс. Отлично. Так, давай, Грифа. А, вызывать его, елки-палки. Я же думал, он у меня сидит. Аладдинчик. У него два постепенных урона. Слушай, в принципе, он не жилец. Салли уже не жилец. На нем висит два постепенных, плюс Грифа бомбит. Все, видишь. Ну что, Бас, ты у нас слеповат маленько, так что мы тебя сейчас также с удовольствием распишем. Ага. Тихо, 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 не надо, не надо выпендриваться здесь. Так, Аладдинчик, да? Твой уворот тебя, к сожалению, не спасет. Мне бы, конечно, взять провокацию на Салли. Но этого пока мне никак не сделать. Подхилился. Упс. И Бобукс вылетает у нас. Четко. Кто там у нас? Капитан Крюк? Был Капитан Крюк. Ну что, Грифон, все? Твоя песенка-то спета. Думал, тебе можно будет здесь сидеть и радоваться. Нет, нет, конечно же нет, друзья мои. Ну что же, вот теперь, я думаю, все у нас с вами хорошо получилось. 4805 у меня ранг. Нет, конечно, тут можно еще подраться, но это время нужно ждать. Время нужно ждать. Ух ты, ежедневные задания какие-то я опять выполнил. Какие? Что? Бесплатная энергия. Спасибо. Кстати, если мы собираемся с вами выходить, то почему бы нам с вами не потратить всю эту энергию? Верно? Верно, ребята. И поэтому я предлагаю сделать вот так вот. Где можем? О, класс 17-й. Где можем, да? Там. А здесь... Ой, 26 уровень, это слишком. Там и нужно испытывать, ребят. Тратить, тратить энергию, понимаешь? Ты зарабатываешь тем самым и деньги, да? Так, секунду, а кто-нибудь еще тут есть? Где-то еще должны быть. Пока тут нету. Здесь я прошел. Ты зарабатываешь деньги, ты зарабатываешь опыт. Все, что... Ага, а здесь я... Вот, по-моему, я здесь всех собрал, да? Здесь я собрал, а сюда мне пока еще рановато. Подожди, почему рановато? Смотри, 21 уровень. Ну, у них 3 звезды. Поэтому, ну... Это будет... Видишь, тут еще арена ПВП у нас вскоре откроется. Вскоре. Да подожди ты, я что-то вокруг да около кружусь, верчусь. Здесь, что ли, я не добрал? А в чем проблема? Почему я здесь не пошел? 16 уровень, ребят, ну... Серьезно, что ли? Ладно. Мы с тобой сделаем немножко по-другому. Что? Погоди-ка, это на кого я? На Микки Мауса? Не, давай на база. Давай на база мы с тобой вот так вот. Две? Всего две? Серьезно, что ли? Видишь, ребята, здесь автопобеда идет именно вот за такую энергию. За фирменную. За улучшенную. Тут еще загрузка какая-то потихоньку идет. А вот здесь вот, кстати, и Дональд Дак, да?
Ё-моё, ты прикинь, уровень 50, звездность какая, ядрить тебе на корень. Но это и есть основная компания, вот эта вот строчка, это основная компания. Ну все, 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 друзья мои, будем закругляться, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам серия понравилась, обязательно увидимся в следующей и продолжим наши состязания. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до скорого.